Инновационные подходы в изучении предмета технологии обсудили на круглом столе в академической гимназии имени Максимовича. В разговоре приняли участие руководители общеобразовательного учреждения и Тверского госуниверситета, а также непосредственно педагоги, которые преподают ученикам эту дисциплину. Академическая гимназия имени Максимовича всегда была одним из самых передовых общеобразовательных учреждений Верхневолжья. Важную роль в этом играет тот факт, что гимназия является неотъемлемой частью Тверского государственного университета. Наш университет всегда старается идти на шаг вперед, потому что только тогда университет может быть университетом, если он действительно мало того, что генерирует идеи, но и распространяет эти идеи на все образовательное пространство всего Тверского региона, а возможно и даже России. Неудивительно, что на круглом столе, прошедшем в гимназии имени Максимовича, присутствовали как нынешний, так и предыдущий ректор госуниверситета, начальник городского управления образования, преподаватели. Причем не только из гимназии. Тема разговора – использование общеобразовательным учреждением возможности вуза при преподавании такого предмета, как технология. Наш университет имеет, наверное, определенное преимущество и определенный опыт в разработке вот этих электронных продуктов. В том числе мы вот покажем, как можно обучать даже технологии в электронном режиме. В результате бывший когда-то сугубо прикладным предметом и носивший название соответствующее «труд», предмет технология все больше цифровизируется, что вполне логично. Ведь электронная начинка сейчас присутствует в любом станке. Гимназия имени Максимовича дает своим ученикам возможность постичь все это не в теории, а на практике. Ведь сотрудничество с Тверским государственным университетом позволяет оснастить классы самым современным оборудованием. Мы делаем акцент как раз на аддитивных технологиях, то есть 3D-принтеры, моделирование и, соответственно, вот эта вся 3D-визуализация, которая им в будущем может сама пригодиться. И, кстати, вот эти технологии, они не позволяют создавать сразу же готовые модели. Мы все их обрабатываем руками. Таким образом, навыки работы руками не исчезли из предмета. Главное – грамотно сочетать их с новыми компьютерными технологиями. Это позволяет выпускнику гимназии имени Максимовича не только успешно продолжить обучение в вузе, но и просто быть во взрослой жизни человеком 21 века.